Привіт-привіт! Сьогодні наша бесіда буде дуже веселою та цікавою. У мене чудовий настрій, і нашого гостя, я певна, також. Сьогодні ми зустрінемось із класним, сучасним, творчим тандемом, який зачаровують не тільки своїм вокалом, а й стилем та щирістю. Зустрічайте дуети Ріма і Ровінські. Привет, это твой любимый дуэт Рима и Ровінські, но сегодня вот только я, Ровінські, потому что Рима отправила меня, это такой контрольный урок, вот, она решила проверить, как я справлюсь, если я буду один отвечать на вопросы, вот, без ее помощи. Вот, и поэтому мне очень приятно с вами пообщаться и поотвечать на ваши вопросы. Окремо ви дуже талановиті і успішні артисти. Дует створений не так давно. Скажіть, будь ласка, чому саме ви вирішили створити дует? Ну, так сложились обстоятельства. Ми изначально были в одной команде, вот, у нас был один директор, вот, но только Рима была в дуэте Домино, вот, а я выступал как сольный артист. Вот, но потом мы решили записать песню, вот, обниматься, и так увлеклись этим процессом, вот, нам очень понравилось работать вместе, что когда мы услышали эту песню уже в готовом варианте, мы подумали, а почему бы нам не сделать дуэт? Вот, и действительно, мы там поспрашивали всех своих друзей, коллег, и они все поддержали эту идею, и мы сами как бы так вдохновились, что, ну, просто не было никаких даже сомнений в этом. И мы просто взяли и сделали это. И вот у нас уже скоро выходит новый трек, вот, мы его будем презентовать вот в ближайшее время, он уже готов, и это будет просто что-то с чем-то, потому что мы готовились... Очень долго мы месяц записывали песню, вот, мы ночевали на студии, слушали каждый звук, вот, каждый бит, каждое слово мы продумывали, и мы думаем, что слушателям очень понравится то, что мы сделали. Коли плануете снимать клип, то кто автор музыки та тексту? Да, вот у нас вообще песня изначально, как бы название, как она родилась. Рима выставила в Инстаграме у себя фотографию, подписала ее «Приходи ко мне обниматься». Вот, ну и я что-то сидел, листал ленту и смотрю эту надпись. Я подумал, что это слова из какой-то песни. Вот, и я пишу: «Рима, это слова из какой-то песни?» А она мне отвечает: «Нет, но может быть». Вот, и я сел и написал там четверостишье по этому поводу. Ну, то есть именно... потом это вошло в Римин рэп. Вот, но тогда как бы я планировал, что это будет как куплет. И мы все, ну вот, вот так вот просто захотели написать песню эту. А потом вот мы вместе с ней встречались, писали текст, то есть авторы текста мы с Римой. Вот, мы вместе написали его и придумали мелодию, но с мелодией и музыкой нам помог Вадик Ти-Джей, это наш саунд-продюсер, звукорежиссер, вот это Ти-Джей Мюзик. И, ну и получилось интересно. Вот, нам нравится писать песни, хотя на самом деле я писал для себя песни когда-то, а Рима вообще их не писала. Ну, то есть, вот это «Обниматься» — это была ее первая песня. Но у нее очень это хорошо получается, она с этим очень хорошо справляется, она очень хорошо дружит с рифмой, и даже большую часть текста в новой песне написала она, а не я. Клип мы планируем снимать вот в ближайшее время, скорее всего, это будет весной. Вот, но это будет не на «Обниматься», а на новую песню. Вот, у нас уже есть сценарий, уже есть, уже полным ходом идет подготовка к этому клипу. А «Обниматься», вот, я думаю, останется вот, в сердцах просто вот песней. Но я думаю, что, может быть,
в последующее время, вот там через год, может, мы снимем клип на эту песню, вот посмотрю, как оно будет. Ну, в общем, да, приходи ко мне обниматься. На сцене жити вы такі стильні. Хто вам відбирає одяг? Ну, не, вообще одежду нам никто не подбирает. Мы сами выбираем, вот сами находим, сами соединяем это все, чтобы как-то смотреться вместе гармонично, чтобы это все было четко. Но мне кажется, что и у нас у обоих есть какое-то чувство стиля, вот, и мы понимаем, что можно одеть, что нельзя одеть, поэтому как бы нет отдельного стилиста, который бы там нам говорил, вот это надо одевать, а вот это нет. Мы как-то пока сами. Вот. Но на самом деле мы ищем, да, ищем дизайнеров, чтобы посотрудничать, ищем стилистов, чтобы посотрудничать, но пока справляемся с этим сами. Вот. И, ну, вообще, я такой, если честно признаться, то я немного... шмотошник, что ли, такое. Ну, вообще, я люблю одежду, люблю, как бы, одевать разные там куртки, штаны, кроссовки. Ну, мне это нравится, я не знаю, вот, мне нравится, нравится себе в зеркале. Я не знаю, как это, ну, это без нарциссизма там какого-то. Ну, вот просто вот мне нравится это. Нравится, там, у меня есть друг, например, дизайнер в Одессе, он... Мы с ним, там, допустим, если он там шьет мне какую-то одежду, вот, то он мне скидывает эскизы, и я там в этих эскизах тоже что-то там подрисовываю. Ну, у меня вот этот вот дизайнерский. Кстати, если бы, допустим, у меня были возможности, было бы свободное время, то я, может быть, и взял бы себе это как хобби, вот именно дизайнерская профессия. Ну, у Римы, у нее чувство стиля, конечно, на высоте, она всегда очень стильно одевается, вот, и даже там поход в магазин просто или там в супермаркет, когда я могу одеть просто там спортивный костюм и вообще даже не думать, как я выгляжу, она все равно одевается вот прям очень круто, с иголочки, у нее это есть, и это очень круто. И вот мы как-то так сошлись, и ура. Кто вам помогает впоратись с графиком репетиций, концертов и других заходов? Вот, мы опираемся на свой опыт, плюс у нас есть очень много друзей, которые в этой тусовке, вот, и допустим, там, они нам звонят и говорят, вот, завтра мероприятие, не хотите вы прийти там спеть или потусить? Мы говорим, ну да, типа, можно, вот, репетируем мы, когда у нас есть, вот, появляется только какой-то свободный час времени, мы сразу вот в этот час мы встречаемся и мы репетируем. То есть какого-то там регулярного графика нету, но в то же время мы репетируем каждую неделю по 3-4 раза, то есть мы отрабатываем вокал, вот, хореографию, это все, как бы, над этим действительно надо работать. Ну, еще у нас есть, там, вот, друзья, которые там, допустим, там, корпоративы или там какие-то мероприятия, они как бы с нами работают, но у нас с ними никакого контракта нет. Вот. И есть еще человек, это мой папа, который занимается как бы там вопросами какими-то организационными. Вот. Ну и вот так вот мы как-то движемся в такой дружной тусовке, в такой дружной компании, то есть нет никого там с нагайками, за нами никто не бегает, и мы чувствуем свободу, и поэтому мне кажется, что творчество – это свобода, и не надо загонять себя в какие-то рамки. Перед выходом на сцену вы хвилюетесь? Как вы опановуете хвилювання? Ну, мне кажется, каждый артист волнуется, даже самый успешный артист перед выходом даже на самую маленькую сцену, он волнуется, потому что я даже не знаю, с чем это связано, если честно. Вот, мне кажется, это какой-то естественный процесс. Вот ты выходишь, и ты немножко волнуешься. Но как с этим? Главное, чтобы не сильно, главное, чтобы не было такого... Вот я учусь в академии сразу цирковой, и... Я когда первый академ сдавал, вот, вроде у меня там за спиной уже куча выступлений, X-Factor, вот, все вот эти вот, там, большие залы, все дела, а я выхожу, а там сидят просто, ну, я привык, что я выхожу, и все там хотя бы, ну, хоть пару человек похлопают, да, вот, а тут я выхожу на сцену, и все сидят вот так вот из-под лба, комиссия на меня смотрит, вот, и я начинаю волноваться, но есть здоровое волнение, которое придает тебе даже больше такой... какого-то азарта больше. А есть нездоровое волнение. Вот у меня тогда было нездоровое волнение, потому что я вышел, у меня трясутся ноги, у меня трясутся руки. Вот, естественно, у меня дрожит голос, и с этим
нужно что-то делать. Вот, но главное взять себя в руки вовремя. У Римы, когда вот мы первый раз выходили, когда, кстати, мы первый раз выходили как дуэт на сцену, вот, мы вдвоем очень волновались, прям вот сильно, сильно-сильно. Я думал, что такого не будет, но именно как дуэт, это первый раз я выхожу и пою с кем-то как дуэт, вот именно как серьезный дуэт, и еще и свою песню, и мы вот разволновались очень сильно. Но как-то, когда ты выходишь на сцену, и звучит там первый звук, первый бит, первый аккорд, вот, то это волнение, оно как-то само по себе уходит, и ты погружаешься в эту атмосферу песни, в эту атмосферу сцены, и оно дает тебе такой классный адреналин. Ну, это круто. Ви багато часу проводите разом, репетиції, підготовки і таке інше. Ви сваритесь? Якщо так, то як потім миритесь? Вообще мы не ссоримся. Ну вот я сейчас хочу вспомнить какую-то ссору для того, чтобы было интересно слушать. Вот. Но я не могу вспомнить такую ссору, потому что у нас все как-то идет в гармонии. То есть, если, допустим, мне что-то не нравится, то я об этом говорю, и мы находим какой-то компромисс. Если Риме что-то не нравится, она мне об этом говорит, и мы находим какой-то компромисс. То есть нет такого там... нет, я так сказал, стукнул по столу, так будет или никак. Вот, то есть такого нет, мы всегда идем на диалог, всегда говорим друг другу об этом, и мне кажется, что это залог работы в дуэте. То есть если дуэт будет все время ссориться, а хотя на самом деле, мне кажется, вот работать в коллективе, это немного сложнее, чем работать сольно, потому что сольно ты как бы сам от себя зависишь. Вот, у тебя плохое настроение, то есть... Значит, у тебя плохое настроение. Вот. И ты никому об этом не говоришь, и никто тебя не трогает. А когда ты в коллективе, тебе нужно поднимать настроение твоему коллеге. Вот. Или поддерживать. Или там... то есть много всего, что еще добавляется. Но в этом есть определенный кайф. Это даже круто, потому что у тебя есть поддержка, вот, то есть у тебя есть тыл, и это очень, очень круто, вот, и ссор у нас нет, это хорошо, кстати, надо написать песню «Ссор нет», вот, и это круто, вот, я даже думал сымитировать какую-то ссору, но не буду, потому что этого нет, и не буду, короче. Расскажите про свои захопления, окрім сцены. Кроме сцены, Рима, она фотомодель, вот, и она фоткается, там у нее куча съемок, разных реклам, вот она, вот у нее это еще параллельное. А мне нравится много разных профессий, много разных хобби, вот, например, вот сейчас я планирую пойти в какую-то профессиональную студию танцев, потому что мне очень хочется танцевать. Вот я прям это чувствую, и я прям вот иду по улице, и мне вот, слушаю музыку, мне прям хочется потанцевать под нее какой-то крутой танец, или там где-то на каком-то мероприятии, вот мне очень хочется. Или там, сейчас я еще планирую сделать пару там своих... эскизов своей одежды, вот у меня уже есть там идеи, и вот тоже это как-то воплотить в жизнь, ну посмотрим. Пока идея номер один, план номер один и то дело, которое у нас в приоритете, это наш дуэт. Чем запланировали здивувати своих шанувальників найближчим часом? Ну, мы хотим вот скоро презентовать песню, это будет после Нового года, вот, и я уже говорил о том, что эта песня будет очень крутая, потому что вот я себе включаю ее в наушниках, друзьям включаю ее в наушниках, где есть возможность, там на большом звуке я включаю ее, и я смотрю, что, есть там факторы, по которым я как бы определяю, классно или не классно, вот. Значит, первое, это то, что люди, когда ее слышат, они вот даже самые стеснительные, самые скромные, вот, и самые такие сдержанные люди, они хотя бы
притопывают ногой. Вот, это вот обязательно. Ну, а там творческие люди или там люди, которые там танцуют, они сразу начинают танцевать, вот, они сразу начинают какие-то движения делать, там, головой мотать и все дела. Вот, второй фактор — это то, что припев все напевают. Вот мы включили один раз песню, вот, и потом я иду там... Встречаю опять этого человека, и он идет и напевает эту песню. Это очень круто, это очень приятно, вот, потому что эта песня залазит в голову и в сердце, и, ну, мне кажется, что это такой фактор, который очень нужен каждой песне, вот, чтобы она запоминалась и чтобы она сидела в голове и в мыслях. Еще мы планируем вот после Рождества, после новогодних праздников делать очень... такое широкое, масштабное, глобальное мероприятие, вот, посвященное презентации этой песни. Вот, ну, я скажу так, приоткрою занавес и скажу, что это будет мероприятие в свадебном стиле. Вот, то есть это будет такая большая свадьба, имитация такой свадьбы. В общем, это будет очень пафосно, будет очень много прессы, будет крутой бренд-вол, будет много конкурсов таких крутых, там, например, будем рвать или сжигать 50 свадебных платьев. То есть это будет реально круто, и мы сейчас вот с командой готовимся к этому полным ходом, вот, и ждем этого даже больше, чем Новый год, если честно. Вот, ну и, конечно же, весной мы уже вот планируем снимать клип. Вот, ну, в общем, на самом деле планов и идей просто на миллион. Побажати щось майбутнім співакам, які тільки мріють про зіркове життя. Ну, вообще, хочу пожелать... вот, ну, я не буду желать каких-то банальных там вещей и одобрять, там, говорить, как это круто, вот, как это там кайфово, все дела, вы это и так знаете. Я вот хотел бы все-таки сказать о том, что нужно быть готовым, потому что это очень большой труд, и те, кто думает, что ты вышел на сцену, там, или ты даже вышел в шоу, вот, или даже ты, я не знаю, там, выиграл на конкурсе, вот, то... и ты сразу стал звездой, тебя привозят на лимузине, вот, там, все, ты с тобой все фотографируются, берут автографы, и ты зарабатываешь миллионы. Но на самом деле это не так, нужно для этого очень много работать, очень много думать, очень много ходить по разным местам, очень много дружить, очень много разговаривать. Это огромный труд над собой, во-первых, вот, это огромный труд над своим нутром. Вот, плюс нужно осваивать все навыки, там, вокал, хореография, актерское мастерство, технику речи, вот, то есть, действительно, подготовка полным ходом. И вот я хочу пожелать, чтобы у вас было на это силы, чтобы у вас была мудрость и терпение, вот, действительно добиться своей мечты и воплотить ее в реальность. Peace! Дякуємо вам за таке цікаве та відверте інтерв'ю. Ми бажаємо вам нових класних пісень, творчого успіху та настрою. Дякую, до нових зустрічей. І вам спасибо за інтерв'ю, було приємно пообщатися. До нових зустріч, це був твій любимий дует Рима і Рувінський. Підписуйтесь на наш канал Mix Boom. У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. Пока! Твои стесняться. Ты знаешь, нам с тобой друзьями не остаться. Приходи ко мне, будем обниматься. Тебе придется сдаться.